Всех приветствую, продолжаем знакомиться с картинами и описанием этих картин. Новоскольцев Александр Никанорович, на исповеди. 1887 год, холст 117/89. Перед нами жанровая сцена, показывающая таинство покаяния. Здесь художник показал всю серьезность и глубину этого таинства, призывая к внимательному отношению к своим, казалось бы, незначительным прегрешениям и проступкам. Перед зрителем представлена картина, изображающая таинство покаяния. На переднем плане показана совсем еще юная девочка, одетая в нарядное белое платье из парчи. Она опустилась на колени перед аналоем, голова ее повернута к зрителю. Рядом с ней пожилой священник. Он сидит на кресле, повернувшись к девочке, которая, судя по выражению лица, совершила шалость и была родителями отправлена к батюшке. Священник что-то говорит, пытаясь показать ей тяжесть ее проступка и призывая к послушанию и серьезному отношению к своей жизни. Даже маленькие шалости в дальнейшем имеют большие последствия, и исправление своих ошибок – это долгий и серьезный труд. Но маленькой шалуне пока непонятны его слова. Отвернувшись в стороны, она явно пытается что-то скрыть от батюшки. Но вся жизнь человека, его потаенные мысли в руках Бога, который ждет от человека исправления. В картине все построено на броском, живописном и психологическом контрасте, мастерской передаче душевного состояния маленькой героини и терпеливо наставляющего ее священника. Художник блестяще использует световоздушный эффект для усиления психологизма. Нарядная одежда согрешившей девочки контрастирует с бедным одеянием священника, который терпеливо ждет покаяния, поставляя юное чадо благочестие. Вот такое описание я нашел в интернете на сайте Азбука. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.